Ну что ж, всем привет, с вами из Абэйвитру, мы сейчас играем. Хаос Флиппер 2, поехали. Так, может у Побергиши начать или... Давайте уберем эту вечеринку. Последствия вечеринки. Привет, если у меня... Есть у меня одна подработка, я сдаю свой гараж в аренду начинающим группам. Знаменитостей среди них обычно нет, но на прошлых выходных в моем гараже дали концерт. Мервинг Стоунс, прикинь... Я давно так не радовалась, всегда мечтала управлять собственным музыкальным клубом, и вот теперь мне почти удалось исполнить свою мечту, но я поняла, что уборка — это не моё. Автопати прошла как так бурно, что на гостиную сейчас без слез не взглянешь. Но фронтмен предложил взять расходы на себя, так что самое время немного обновить интерьер. Скорее бы увидеть новую чистую гостиную «La Brusso». По скриптум соседка сказала, что она успела убрать самые хрупкие вещи, чтобы они не пострадали. Можешь их красиво расставить. Спасибо. Поехали. Так, окей. Эти все стулья нужно будет продать, да? Продаем, значит, все стулья. Потом будем только убирать. Так, еще где-то одна. Где она? Хорошо. Подожди, у нас там какое-то улучшение было вроде бы. Ага. Законодатель моды. Ты можешь скопировать стиль предмета или любой материал для отделки поверхности. Обрати внимание на то, что... Чтобы ковры подходили к твоему столу. Окей. Окей. Продажа дома у нас откроется после нескольких заданий. Я так думаю. Правда, я уже немножко попробовал эту тему, но что-то мне не зашло. Что-то мне не зашло. Ну, мы все же попробуем все равно. Попробуем сделать домик какой-то. Сколько с этого выйдет денег. Насколько это выгодно. Ё-моё. Давай здесь сначала уберем, потом туда пойдем. А то это прям жесть. О, еще следы. Так, и где-то еще, ага. Все, здесь больше ничего не нужно. Задание. Продать еще плакаты. Свет еще. Так, вот этот свет и плакаты. Где еще плакаты? Ага. Все. Здесь все выполнено. Дальше идем. Идем дальше вот сюда. Здесь тоже нужно продать, да? Так, мусор и пятна.
Так, хорошо, отлично. И мусор уберем. Такс, вроде бы все, пятна еще остались. Где? Где пятна остались? Да вроде же все вытер, не? Где-то еще пятна остались. Где-то не дотер, походу. Где я не дотер? Где я немножко не дотер? Не видно, блин. Здесь снизу? Нет. Точно нету там. Может, следы вот здесь? А, вот. Ну, вот теперь точно все. Вот так вот. Это камера. Так, здесь, по-моему, все. Ага, здесь пятна. Где-то, блин, не дотер немножко. А теперь ни хрена не видно. Ну, ё-моё. А, вот здесь. Все видно, все видно. Так, нам звонит Лав Руссо. Окей. Привет, это Лав. Рассказывай, как дела? Все здорово и прекрасно. Вот я еще никак не отойду после концерта. Мы так офигенно провели время. Ну, это и так понятно, стоит только на дом взглянуть. Там есть чем заняться. Как это вообще случилось? Жаль, что мне не довелось посмотреть этот концерт. Мне тоже. Если бы мы познакомились пораньше, я бы обязательно тебя позвала. В общем, вход и так был свободный. Но я бы от тебя не отстала, пока ты бы не сказал, что точно придешь. И концерт прошел на славу. Кстати, вот еще что. Я думала, они шутили, говоря, что кошка играет на клавишных. Но нет, я видела это собственными глазами. И открою тебе секрет. Этой кошечке следует время от времени упражняться. Она за это время попала в ноты. Само представление меня, конечно, очень впечатлило. Ах да, чуть не забыла. Я звоню не только за тем, чтобы рассказать тебе о концерте года. Не-не, я звоню, потому что соседка попросила тебе кое-что передать. Она хочет, чтобы в ее комнате ничего не делали. Это та, что справа. Я тебе вот что скажу. Если в гараже на месяце еще один концерт, ты узнаешь об этом первым. Или, может, вторым. В смысле, сперва я бы... Они все-таки... Да, блин, хватит так быстро. Я на работе, как и ты. И, кажется, мне мешает мне менеджер. Приятно было поболтать. Нам обязательно нужно как-нибудь пообщаться. До встречи. Фух, окей. Тикс, 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 мусор, давай попылесосим немножечко. Что там еще есть, где пылесосить? Ёлы-палы, вот этот дом засрали, конечно. Это просто жесть. Вроде бы продавать ничего не нужно. А, не, можно, нужно, нужно. Нужно, можно. Еще нужно. Пачка из-под чипсов почему-то, ее продать нужно. Вот это. Плакат вот этот. Вот эти картины, да?
Что-то еще, по-моему. Не, вроде все. Ну вот теперь можно нормально, спокойно мусор убрать. Текс. Вот здесь еще мусора полно. Где я здесь пятна оставил еще? Где я здесь еще пятна оставил? Блин. Где-то не дотер. Получается. Кухня это ж отдельно, правильно? Ну, на кухне уже все. А вот здесь два пятна есть каких-то. Каких-то два пятна есть. Может, вот эта рука? Так нет, оно отдельно считается. Не понял. Ага. Вот это все, да? Так, купить 12, распаковать коробку. Так, мы диванчик покупаем. Давай диванчик, наверное, вот сюда. Потом полка. Полка на куда-то. Ага, комод. Давай где-то вот так, наверное, поставим. Здесь телевизорчик. А что он... А, ближе нужно было подойти. Полочку под телевизор сюда закинем, да? Потом журнальный столик. Вот сюда. Горшок под растение какое-то. А с этой стороны... Так, вставляем. И книжный шкаф. Книжный шкаф. Куда тебя? Куда тебя? Блин, как убрать? Ага. Так, книжный шкаф вот сюда ставим. Отлично. Потом вот эту штуку. Вот так как-то. Часы давай вот сюда поставим. Повесим, точнее, их. Так, тахта. Да кому она вообще нужна, эта тахта? Блин, да куда ж ее поставить-то? Давай сюда, вот так, пускай будет. И ковер какой-то, не зеленый, не интересный. Так, ну, вроде бы неплохо. Поднимаемся тогда вверх.
Так, окей, там уровень повысился, да? Отлично, ну давай. Улучшение. Вот это у нас. Чистящий спрей. В арсенале флиппера добавлен чистящий спрей. Так он добавлен просто и... А, вот же. Нужно эрочкой его. Распылить эрочкой нужно. А я почему-то просто тер. Когда она у меня открылась. Ну, я просто пробовал. Так, а где мусор? Есть? Ой, точнее, грязь какая-то. Блин, грязь закончилась, да? Очень обидно. Хотел спрей попробовать. Все, мусор убрал. Так, вот это в этой комнате ничего нету. Здесь мы все выполнили. Где-то что-то я пропустил. Видать. Видать, да. Походу, да. Хотя там 3 звезды, но немножко что-то я не выполнил. Окей, сейчас посмотрим. А где-то покрасить, не? Ой, пишешь, что я что-то где-то... Точнее, видно, что я что-то где-то пропустил. Ага, точно. Вот у нас спрей есть. А, то есть мы пшикаем, и оно потом все вместе убирается или что? Нет, просто быстрее и все. А, он пшикает, и оно потом выделяется, типа. Не пропадет, типа, походу. Как-то так, типа, работает. Ну, короче, вроде прикольно что-то. Все. Вот на этом точно проект уже закончен. В принципе, да. Так, сколько? 6К. 6680. Отлично. Отлично, замечательно. 32 тысячи у нас. Мы, кстати, можем немножко у себя прибраться. Ууу, как грязно, конечно. Правда, я бы вместо этого домика какой-то бы поменьше купил, честно говоря. Что, ну, такой, слишком большой дом. Ого, ого, здесь, конечно, убирать, убирать много прям. Так, давай посмотрим, что там есть. В пинакове ничего нету. Сборки у нас нету. Новые стены и новая жизнь. Ну там, блин, ладно, давайте начнем. Блин, забыл прочитать. Электронная почта. Так, я занимался перестановкой в гостиной и заметил, что одна стена серьезно повреждена. Раз уж у... Уж мне теперь нужен специалист, чтобы привести ее в нормальное состояние, не помешает еще кое-что поменять. Мне сказали, это как раз по твоей части. Думаю, стена пропиталась влагой из ванной комнаты, потому что нужно положить там дополнительную плитку. Заодно поменяй ванну на душевую кабину. А, что касается остальной части гостиной, я хочу частично заменить в ней мебель, чтобы было проще переставлять ее перед занятиями йогой или в случаях, когда мне... Ко мне приходят гости. Прошу тебя сделать что-нибудь с красной стеной в спальне. Она нарушает мой внутренний покой.
Ой-ой-ой, внутренний покой нарушает, а что ты скажешь? Так, ладно, по заданиям. Снаружи у нас заданий вроде нету никаких. Кстати, вроде бы и здесь и выполнять не особо много. Ладно, давай. Что мы здесь должны продать? Вещи какие-то. Внутренний покой, блин, нарушает. Все? Мне еще какие-то тумбы нужны. Да, это все получается, это все получается. Куда вот эту? Полотенце вот это, ага. Так, и есть краска. Вот эту зону выбираем. Выбираем эту зону и давай красить. Так, окей. Все, стенку мы покрасили. Теперь нужно убрать здесь все. А, вот они остаются и более видны. И убираются, кстати, намного быстрее. Так, пятен нету. Отделку поверхности нужно сделать. И купить некоторые предметы. Ладно. Так, давай отделку сделаем. Так. Отлично. Но там, по-моему, я немножко не доделал, если честно. Ну, да ладно. Кому это нужно? Там все равно не видно. Так, стол вот это давай. Как его поставить? Так, 4 стула. Окей. Полка. А куда эту полку? Может сюда ее? Типа. Сервант. Ага. Да пускай так будет. Задание-то мы выполнили, выполнили, вот и все. Да и стоит вроде все более-менее компактно. Так, вот здесь нам нужно убирать пятна, продать вот эту ванну. Отделку поверхности. Вот эту часть нужно сделать.
Так, что у нас там по улучшениям? Вот красочка и где-то отделочка должна быть, не? Вроде с отделкой тоже было что-то открывалось. Но нет, так нет, ладно. Чего уж поделаешь-то? Окей. Душевая кабина. Наверное, вот так ставится, да? Ну да. Потом. Да не, вроде все уж. В этой комнате нужно еще что-то. Отделка поверхности. Так, вот эту часть. Материалы дай. Окей. Все. Все выполнено. По-моему, даже прям все. Прям все, что было, по-моему, даже, да? Я думал, здесь второй этаж, типа, но здесь его нет. Все, можно заканчивать этот проект. 3 звездочки. Вообще шикарно. 7К. У нас 40 тысяч. Вот этот наш чувачок, Том Марино. Там дом вообще в ужасном состоянии. Это мы уже в следующей серии сделаем. Сборок нету никаких. Так, окей, на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, The Bay Vitor. Всем пока-пока.